Национальное телевидение Чувашии продолжает принимать работы на конкурс «Чувашия – моя республика». Подробнее в сюжете. Подведены итоги первой недели голосования конкурса видеороликов «Чувашия – моя республика». Работа оценивала профессиональное жюри из работников телеканала и пользователей социальных сетей. И первыми финалистами конкурса стали работы Любови Адиковой, Сергея Семенова и Татьяны Чашковой. А мы продолжаем принимать ваше признание в любви родной республике на адрес ntrk.video@mail.ru. Все ролики, которые вы будете делать, то есть можно снять на телефон, можно снять на фотоаппарат, можно самому сделать на селфи-видео, то, что сейчас называется, да, рассказать, за что мы любим свою республику. Это могут быть стихи, это может быть проза, это может быть какой-то клип музыкальный, все что угодно. Все эти ролики мы обязательно будем показывать в нашем эфире на национальном телевидении «Чувашия». Будем выкладывать в наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, будем устраивать голосование. Каждую неделю будем подводить промежуточные итоги, выбирать 3 лучших ролика, которые получат промежуточные призы и выйдут в финал. Авторы лучших работ получат ценные призы и, главное, возможность поучаствовать в большом фильме о нашей республике. Технических требований не так много с точки зрения качества съемки. Это может быть и съемки на телефон, и съемки на фотоаппарат, и любые подручные средства, которые у вас есть. Продолжительность роликов до 3 минут, потому что это хороший телевизионный формат. Если будет больше, придется их резать. В-третьих, это возраст участников от 12 лет. Но если вы хотите снять своего ребенка, участника можете заявить себя, а ребенка показать в ролике. Еще подробнее о конкурсе видеороликов «Чувашия – моя республика» можете узнать в группе национального телевидения ВКонтакте.